Всем привет! Вы на канале Hard Reset Info, и сегодня мы вам расскажем и покажем, как отключить все уведомления для Снапчата. Итак, для того, чтобы отключить все уведомления для Снапчата, нам надо перейти в настройки. Изначально вы переходите в настройки и листаете в самый низ, там, где вы уже будете видеть приложение, и выбираете Snapchat. Дальше в уведомления и снимаем кнопку «Получать уведомления». Теперь вы не будете получать никаких уведомлений из Snapchat. На этом все. Всем спасибо за внимание. С вами были Hard Reset Info и до новых встреч.